Старт одному из главных экономических событий года дали заместитель председателя правительства Дмитрий Казак и глава региона Вениамин Кондратьев. На торжественном приеме в честь открытия отметили, что форум сегодня уже стал брендом. О нем знают не только в России, но и за ее пределами. А количество заключаемых соглашений с каждым годом растет. Деловая программа Сочи обещает быть интересной и насыщенной. Мы будем обсуждать новые методы государственного и муниципального управления. По традиции Краснодарский край и город Сочи подготовили интересную культурно-спортивную программу. Спасибо за ту работу, которую вы делаете, за ту энергию, которую вы проявляете, за тот интерес к жизни в нашей стране, который вы проявляете. Он здесь проявился в том, что вы приехали на форум в Сочи. Не столь важно количество подписанных здесь соглашений, сколько важно их качество и результативность. России, как и нашему краю, нужны новые перспективные прорывные проекты, новые точки роста. И я уверен, что нынешний юбилейный сочинский международный инвестиционный форум положит им начало.